Закрываем счет. Полтинник оставим. 50 копеек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать тысяч. Спасибо. До свидания. Гриша, Григорий. Она ведь не одна уехала. Привет, русалки. Где она? Ты что? Привет. А вот и Гринина. Здорово. Здорово. Садись. Ребята, место. Привет. Сечка. Привет, Гриша. Привет. Здравствуй, Гриша. Петровичу. Здорово, Коль. Здорово. Ну? Ну что, садись. Давай на пассажок, Таня. Собрался. Послушай, значит, посылочку я приготовила, за адрес написала. Ну ладно, ладно. Ты уж сами как-нибудь договоримся. Давай. Давай, Линда. Мариш, собери на стол, да? Закусочки, быстренько. Ну, живей. Риня, все-таки едешь? Все равно ты будешь мимо проезжать. Так уж зайди к нашим, да? Видишь, я здесь как привязанная. Ну. Ребята, есть тост. Мы знаем, Григорий, что ты лучший водолаз на все Охотское море и близлежащий океан. А ты знай, мы твои други. И будет так, пока мы живы. За погружение, за всплытие. Поспешай, Григорий. Давай. Ну, торопись. Будь здоров. Пока. Привет. Погнали!
Счастливо! Насильщик! Насильщик нужен! Как доехал Соня? Обязательно! Вперед, командор! Понял! Напиши мне, как Соня. Спасибо, хозяюшка. Всего доброго, счастливо. До свидания. Что ты без варюшек забыла? Не подскажешь, девочка, как на улицу Колхозную пройти? Через площадь и через мост. Купите что-нибудь, морячок. Ну что купить-то? Мне надо чего получше. Хорошие яблочки, грибочки. К сыну еду. Жених он у меня. 6-й год пошел. А тебе сколько лет? Спасибо. Зайка, как капуста? Хорошая, хорошая капуста. Купите. А зябло? Дарю. На здоровье. Кушайте на здоровье. Принимай гостей, хозяюшка. С подарком. От вашего сына и снохи. Вот. Сама передам. Клавдия Ивановна, а мне что же от ворот поворот? Говорили, встретят, как родного. Я с вокзала, мне переночевать. Девчонки, не говори от них. Вроде привыкла, опять плакать будет. Коли согласны, пойдем. Вот, спасибо. Спасибо за гостеприимство. Мне, собственно, задерживаться ни к чему. Уж попросили, так ладно, думаю. Чего не заехать? Расскажи, говорят, как мы там. С квартиры у них туговато. Комнату снимай. А так ничего, привыкают. Там хорошо. Я бы тоже никогда не уехал. Но обстоятельства. Тут, знаете, упусти момент, и улетит твоя доля, как птица. Вот я и спешу. Так что вы не беспокойтесь, Клавдия Ивановна. Ну, во, как в кают-компании на тральщике.
задач по перестройке, по развитию экономики, по повышению жизненного уровня. Добрый вечер. Мне бы вот чайку погреться. Самовар кипит. Садись, пей. Заходи. Спасибо. Нет. Клавдия Ивановна говорила о тебе. Я муж Ейной. Фрол Романович. Григорий Степанович. Поешь свое. Не, спасибо, я вот чайку. Не отказывайся. Не отказывайся. Придет время, захочешь, в горло не полезет. Думаешь, потом успеется. Придет это потом, а там, глядишь, и смерть. Фрол Романович, помирать нам рановато. Правда показывают. Или так, для веселья. Я, понимаешь ли, со двора не выхожу. Как оно там в жизни? Неужели впрямь такие перемены? Да, гляжу и не верю. Вспоминаю свою жизнь. Того не смей. Этого не делай, этого не хоти. Вам-то чего жаловаться? Вроде бы все есть. Вон даже птичка в клетке для души. Ты сам-то откуда будешь? Все тебе знать надо. Чего к человеку-то пристал? Чего зачем? Просился переночевать, я пустила. Дяденьки, не приставай, слышь? Он сам по себе, ты сама по себе. Я подумал, не спишь. Да я спал, только вот свет забыл выключить. Я тут насчет внучки хотел, Жени. Тоскует девчонка. Ты передай им,
Ведь дня не проходит, чтоб не вспомнила мать. Уж так тоскует, что я боюсь за ее детский разум. Дитя ведь еще совсем. А ты же знаешь, он тоска-то она и взрослому не под силу. Во сне сколько раз слышал, мать зовет. Не поверишь, Богу молится. У ней жить-то интереса нет. Другие дети, как дети, поиграют, пошалят. А это больше одна, и все молчком вдруг душу повредит. Я раньше-то силен был. Вот вроде тебя. Да куда тебе? Я подкову гнул. Вон, спроси Клавдию. Не даст сбрехать. Здравствуй. Бабушка не велела с вами разговаривать. Не велела? Так ее ж дома нет. Чего ты боишься? М? Дяденька, а вы моряк? Самый настоящий. И папа мой. Он на север уехал зарабатывать на Волгу. А вы знакомы с папой? Давай я тебе помогу. Опа. Так. Морей много, девочка. Моряков тоже. Но, может, когда-нибудь и встретимся. Деденька, вы скажите. Что им сказать, Жень? Откуда вы знаете, что меня зовут Женя? От дедушки. Так что ты хотела сказать? Неплохо здесь без них. Очень. Они приедут, Жень. Они обязательно приедут. Говорят тебе, не волоки! Что же на сына-то на Волгу не выделит? Да у нее денег-то на три Волги хватит. Тихо-тихо-тихо-тихо. Я так думаю. Максим из дома сбежал. Клавдия Ивановна со снохой не поладила. А Максим жену любит. Чудное дело. Все кого-то любят. Только тепла от этого никому. Максим не вернется. Женька подрастет, тоже сбежит. Я скоро умру. Одна останется. Клавдию Ивановну. Жалко. Что жалко, Романыч? Она тебя в гроб загоняет. Ему жалко. Ладно, Романыч, пойду я. Прощай.
Куклу я там привез. Забери у этой, у Клавдии Ивановны. Hello. Here's Appa. Do you see who is in our sleeper? Certainly, a rather good-looking fellow. I'd like to warn you not to take it into your mind to make him change. Oh, are you in the same spirit, aren't you? Certainly, a rather good-looking fellow. See you. Better treat yourself. My granny spies are so tasty. Stop that. Please take me the next small journal. Pardon? But the latest issue. Человека в жизни что-нибудь не так. Все реветь будем. Вы последний? Да. Шампанское есть? Все есть. Да. О, 15 минут осталось. Нормально, потерпим. Очередь небольшая. Постоим. Катюха. Катя! Гриш, ты чего приехал? Я? К вам приехал. Я же писала, забудь про нас. Да подожди ты, Катюх. Ну, я все продумал. Нескладно тебе было со мной. 6-8 месяцев в море, какой бабе понравится. Я все продумал. Он все продумал, все решил. Сколько раз я это слышал? Сколько раз? Да подожди ты. Я тебя не виню, и ты меня не вини. Ну, прости меня. Я тебя простил, и ты меня прости. Не о чем нам говорить, не о чем. Тебя ведь не переделаешь. Я как поняла, это ушло, все. Оставь нас, оставь, уезжай. Вместе уедем, слышишь? Втроем. Как там Димка? Господи. На юг махнем. Такой праздник души устроим, а? Ну, Катюха. Ну какой праздник души? Какой праздник души? Улетели гуси. Гриш. Гриш, не заводись. Не заводись. Ну. Я же чуть концы не отдал. Меня Димка, можно сказать, с того света позвал. Я голос его слышал. Гриш! Гриш, ну, ну куда ты пошел? Ну, Гриш, ну я тебя прошу.
Но я тебя прошу, не ходи туда. Сына я все равно повидаю. Господи. Сынок. Ну-ка, быстро милый, домой, простудишься. Димонька. Давай домой. Папа, приехал. Ну, быстрее же, ну. Быстрее. Папа, приехал. Ну, чего ты раздетый-то выскочил, а? Ну, быстрее домой-то заходите, быстрее в дом. Проходите, простудиться же можно. Папка, а почему так долго не был? Ой, Димулька. Черти меня мотали. А морские? Морские. Какие же еще? А ты больше не поплывешь? Пока нет. Но море такое, Димка, оно потянет. А меня возьмешь? Обязательно. Как повзрослеешь. А на одной лодке поплывешь? На одной. Закончишь мореходку, станешь капитаном, а я буду твоим матросом. И поплывем, Димулька. Ну что вы там шепчетесь? Проходите. Сняла плащ, чтобы дух схватила, да скрутила аж. Ну что, будем знакомиться? Чтоб полила с ног, нынче я пирую, отзвенел звонок, нынче я гуляю. Сынок, поди поиграй там, а я здесь с мамой и с гражданином товарищем поговорю. Выписал расчет. Я у этой стойки не был столько лет. Нету приличной койки. Накрывай, жена. Без меня извозчик могу как мостовой. А если я возьму, шмонать меня не надо. Я сам тебе отдам. Ты, парень, доску свой. И твою пьешь. Выруби шарманку. Свою. Ну ты там тоже на севере деньгу заколачиваешь? Да, кстати. Чё, обиделся? Прошу. За что пьем? За все хорошее. Годится. За что пьем? За все хорошее. Идет. Бог Троицу любит. Катерина, иди сюда. Иди, садись сюда, не бойся.
Вот мы с хозяином выпили за все хорошее. И чтобы вам было хорошо, и мне ладно. Верно, Катюха? Это о чем вы, Григорий Степанович? Вы мне писали, Екатерина Алексеевна, чтобы я о сыне не забывал. Вроде как... Блин. На алименты намекали. Верно? Ну, так положено. Правильно. Так вот, я решил. Я забираю сына. А вы забираете это. 12 тысяч. Вернее, 11. Нам тыщенка с Димкой на первых порах пригодится. Столько ты бы не получила за него, если бы алиментами. И ко мне не лезь, слава богу силы, и капуста есть. Ты что, захмелел, Костик? Давай я тебе постельку постелю. Да, Костя, ну что ты молчишь-то? Ну а что я-то? Что, мне драться с ним, что ли? Правильно. Без рук обойдемся. Я тебя одним ударом увечу. Давайте по-хорошему. Что ты нас срамишь-то? Торги тут устроил. Катерина, иди собирай Димку. Ну, Костя, ну! Что? Ну что, Костя? Что Костя-то? Костя! Ну ты же все написала. Я сына не покупаю, он мой кровный. Я от вас откупаюсь. Ты хотела денег? На, бери. Иди, собирай Димку в дорогу. И не тяни резину, Катюха. Ну, Костя, ну, Костя! Ты еще себе целую футбольную команду нарожаешь. А он у меня один. Единственный. Да, Костя, ну, Костя, сделай что-нибудь! Дура, не доводи до греха! Если шумнешь, никто не поможет. Ты меня знаешь. Я в тюрьму сяду. Подлостей твоих мне хватило. Больше не спущу. Не отдадите сына, спалю все к чертовой матери. Не расстраивайся. Давай документы, надеюсь. Ну давай. Подавись, язык проклятый! Ах, вернисаж, ах, вернисаж. Ай, папа, неудобно. Сейчас, сейчас, сынок, погоди. А! Стой! До вокзала, браток. Оплата прогрессивно-премиальная. Садись. Мы вначале с тобой на юг подадимся. У меня же ведь отпуск. В Москве в детский мир зайдем, купим тебе белый картуз, матроску, все чин по чину. А потом на юг махнем. Там хорошо, море шумит. Заедем в Севастополь, душой отдохнем. Покажу тебе графскую пристань, бухту, где мой бобик стоит. Морской охотник. Помнишь? Ах ты! Не пропадем мы с тобой, Димулька. Я же ведь матрос. Готовить, стирать умею, даже кроить, шить могу. А такой борщ по-флотски сварю, что тебя за уши не оттащишь. Спать хочешь? Это тебя машина баюкает. Спасибо. Будь здоров.
приедем домой, я тебе новые санки сколочу. Старые совсем рассохлись, как ты уехал. Наверное, от тоски, я так понимаю. Они тебя очень любили. Спи. Этот. Эй, гражданин. А? Что? Димка! Статус! Отцепитесь, мужики! Димка! Ну что ж ты? Вроде не цыган, а детей воруешь, а? Сына кровного. Все по закону, товарищ. И алименты вперед отдал. 11 000 выложил. Ну-ка, приведи их. Прошу вас. А-а-а. Пройдемте. Угу. Пойдем. Не балуй, не балуй, сядь. 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 Деньги вам дал? Было такое? Да брешь он, товарищ начальник. Он по злобе что угодно наговорит, это же натура такая. Вот чего не было, того не было. Напрасно вас будет, понятно же? 11 000 красненькими. Что, приснились они тебе, что ли, спьяну-то? Ваша взяла. Идите. Да. До свидания. Он же ведь проснется, дура! Вот как ты не понимаешь, он же проснется! Пойдем, Екатерина. Дура! Он же ведь все запомнил! Что тогда будешь говорить ему? Идиотка! Еще и дом грозился спалить. Так что вы пожестче. Я предупредил. До свидания. Господи, да что же это такое? Что же вы делаете? Видишь, все по закону. Если этот ваш закон покрывает таких подлюк, менять его надо. Что значит ваш? Ты у меня поговори про закон.
Сейчас так засажу, будет время подумать. А, это вы можете. Хотел бы я тебя увидеть на моем месте. Законник. Прокопенко. Глаз с нее не спускай. Вагоны пускай катятся. Хорошо. Странный какой-то человек. Одинокий. Наверное. Извините. Дяденька. Женя. Здравствуйте. О, Фрол Романович. Дед передал. Дед сказал, что вы от папы с мамой ее привезли. Ну как ты? Как Фрол Романович, жив, здоров? Тогда не приедут папа с мамой. У них много работы. Но они тебя не забыли, они тебя помнят. Дяденька, увезите меня к ним. Я хочу к папе с мамой.